Сборная команда Чувашии по спортивному туризму стала обладателем Кубка России на горном маршруте. 7 чувашских спортсменов за 22 дня прошли маршрут 5-й категории сложности в горах Синьшаня. Для прохождения участков такого уровня требуется хорошая техническая, физическая и моральная подготовка. На своем пути наша команда преодолела различные препятствия, перевалы, вершины, а также совершила восхождение на пик Каракол высотой 5281 метр. Отметим, что Чувашия заняла второе место в рейтинге регионов по развитию спортивного туризма. Символично, что Федерация спортивного туризма Чувашии получила грант президента России на создание профильных центров. В Чебоксарах, в Новочебоксарске, в Канаше и в нескольких районных центрах республики. Первые соревнования запланированы на апрель 2019 года. И с весны же в республике появится площадка для сдачи норм ГТО для туристских походов.